Так, что-то я вычистил. Что-то я вычистил. Но дальше выкладывать булыжником не вполне уверен, как. Надо разметить пирамиду сверху. Будет понятна форма вот этих вот выступов. Будет понятно, как лучше комнату сделать внутри. Идея такая, что если будет такой вот выступ, то можно внутри форму повторить и сделать вот так вот как-то. Будут по краям какие квадратные комнатки. Комнатки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на семь. Да, выступы по 9, комнатки 7 на 7. В комнатке 7 на 7 можно... Ее можно не как комнату делать, а ну просто площади. Очень удобно всякие фермы располагать. Я думаю, что не такая плохая идея. Но для этого нужно разметить пирамиду. Вот. Так, давайте что-нибудь разметим. Еще я думал, что вокруг пирамиды там будет трава, видимо. Где-то будет некуда ложить. Что выкинуть, что выкинуть. Давайте возьмем что-нибудь. Так что. Вообще на самом деле столько семян не надо. Выбросить их надо. Так. Разметим, наверное, вот этим. Что-то у нас тут все поперепуталось. Меча нету, кирка сломана. Все плохо. Где мой же меч? Кирку надо еще одну. Да, жалко блоки. Мне, очевидно, не хватит на пирамиду, если вдруг захочется. Ну, до пирамиды там еще нужно... А что я делаю? До пирамиды нужно еще три головы собрать с черных скелетов. Это большое дело. Нужно... На это потратится много времени по-любому. Так. Что я делаю? Одно. Вот. Так. Топор не нужен. Вообще сложить его. Нет. Я подумал, что железки пекутся. Так, глазами смотрю не туда. Каменная кирка. Нужна ли она мне? На самом деле это тоже сложить бы. Одежда есть. Починить уровни надо, уровней нет. Тик. Вот. Так, пирамида. Что с пирамидой? С пирамидой вот что. Видимо, вот эти вот верхние блоки будут лестницей. Видимо, дальше будет лестница наверх. В оригинале лестница обычно поуже, чем это. Я посмотрел. Там соотношение такое наподобие 1 пятая, что ли. Здесь 1 третья. Можно побольше сделать. Края. Края побольше. Давайте мы их немножко попробуем сместить. Ай, дырка. Дырки, дырки, дырки. Сместить, скажем. Так, раз, два. Здесь два. Ну, 5 шириной лестницы это достаточно там. Там на самом деле больше, конечно, 5 метров. А, там 5, там метров 10, наверное, да, по ширине она. А это масштаб примерно 1 к 2, то есть
5 метров это примерно то, что нужно. Давайте так попробуем. Примерно вот так. Так. Да что я падаю все время? Че у меня FOV такой большой? Так. И с той стороны. Плюс 2 метра. Да что ты будешь делать? На записи поди. FPS будет прыгать. Так. Раз, два. Два. На третьем мы строим стеночку такого вот вида. Да, в середине 5 получается. Убираем это. Не излечим, похоже, в этом месте. Так. Стеночку. Там-тарам-там-там. Я думаю, на этом можно остановиться, наверное. Да, это будет лестница. Вокруг будет... Упс. Упс. На этом можно остановиться. Лестница такая. Она... Ну, такая, короче, в оригинале примерно. Так. Углубление, я думаю, сойдет. Не будем делать... выступы. Может, можно было в обратную сторону, можно было вот это вот выпереть наружу, а здесь оставить то, что было. Так. Допустим, что так. Всегда можно переразместить. Наступает вечер, и мы поспим. Наверное. Не отвечает. Так. Надо иметь в виду, сейчас тут будет моб появляться всякий. Лестница у нас будет. Если этот блок лестница, то здесь у нас тоже лестница. Так. Вот эти земляные блоки, это боковые. Боковые блоки от лестницы. Здесь у нас 3, 6, 9. 9, кстати, хороший размер, потому что если делать, например, автоматическую ферму с пшеницей, то максимальный размер такой фермы как раз 9. Там на большее расстояние вода плохо растекается. Так. Зависит, конечно, от конструкции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да? Там будет три. Раз, два, три. Так. Правильно расположить бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На десятом. И 3 от края. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 от края. Теперь мы это все ведем до верха. До верха.
Я хотел еще убрать свечки отсюда-то сюда. Каким-нибудь образом. Каким-то образом сделать, чтобы освещение не было свечками. Так, похоже, что она будет еще выше. Так, лестница встретится вот здесь. Так, что нам нужно? Мы знаем, что земляной блок — это боковой блок напротив лестницы. То есть напротив вот этой земли будет лестница вот с этой стороны. Это автоматически означает 3, 4, 5, 6, 7. Вот это здесь будет... Да, между вот этим блоком будет лестница. Значит, вот здесь будет площадочка. Площадочка. Она будет 5 на 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Так. У меня ломаются мозги от этого. Надо провести еще линию. Значит, ширина лестницы у нас здесь 5 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 6. А-а-а. Это вот поэтому все не сходится. Или 5? 6. Как может быть ширина средней лестницы 5 метров, если ширина всей... Всего квадраты четные, а отступы одинаковые с полков. Эх, упражнение по арифметике. Значит, лестница 6 метров. Значит, через 6 метров мы строим еще одну такую штуку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чик. Еще один. Так, здесь кончается лестница. Здесь начинается площадка. Если центр 6, если боковые блоки будут стоять, то верхняя площадка будет, очевидно, 8 на 8. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, вот 8 на 8. Так, вот это такая форма будет. 8 на 8. Боковые спуски здесь я хотел сделать более крутыми, чем вот эта лестница. Они должны быть по 3, то есть... наподобие того, что здесь должен быть не блок отступа, а полтора... Здесь вот еще полтора вниз будет построено. Потом здесь полтора вниз будет построено. И здесь полтора вниз будет построено. То есть здесь закончится реально что-то. А давайте возьмем слабо, я просто попробую воспроизвести это хотя бы в каком-то виде. Слабые. Больше слабых. Одна из главных ошибок играющего в Майнкрафт — это сделать кучу всего там. Дверей, например, или заборов. Делаешь 5 стеков заборов, а потом их девать некуда. Так. 2, 3. Идея в том, что потом будет 1, 2, 3. И следующее будет раз. Сервер лагает. 2, 3. То есть спуск как будто бы тоже диагональный, но он под большим углом. То есть здесь тангенс будет единичка. Один вверх, один в сторону.
Здесь чуть побольше. Можно попробовать сделать здесь какие-то ступенечки, как-то, чтобы сгладить, потому что не очень красиво. Так, что мы здесь пытаемся изобразить? Это вот так. Так, главный вопрос получается вот здесь, да? Ну, здесь, наверное, можно вот 2, 3 сделать. Как-то вот так. Так, что мы можем сделать? Мы можем сместить это сюда. Вот этот блок сюда. На этот тогда сместится сюда. Можно поместить сюда. Тогда будет здесь более ступенчато. Мне эта штука выглядит немножко... Немножечко... Какой-то впавший. То есть здесь будет много. Это большое расстояние очень. Соотношение неправильное. Должно быть поближе. Давайте попробуем начать не с первого. Точнее, вот, ну да, не с первого, с нулевого, прям с самого верха. Посмотрим, что из этого выйдет. Сервак лагает, как скотина. Я уже давно снял все эти блоки. Так. Раз, два, три. Так. Соответственно, следующие три вот так. Потом три вот так. Да, три вот так. То есть, ну, чуть-чуть более покатым получается. Если поставить ступеньки, то мы можем поставить ступеньку сюда, теоретически. А вот туда уже не можем, потому что она там будет... Она не встанет, потому что вот слаб здесь, а ступенька ставится только на целый блок. Да что ты будешь делать? Так... Раз, два, три. Раз, два, три. Тогда. Вот так. Да. Серединку мы заполняем. Вот так. Вот. Тогда у нас здесь получается... Что у нас получается? Здесь получается... Ой-ой-ой. Чё это вы там шипите, месье? Очень даже напрасно. И у нас получается в углах такие вот площадочки довольно солидного размера. Можно сделать угол поменьше попробовать, но это еще сложнее, потому что вниз я могу просто сделать слаб дополнительный. А вот в сторону можно делать сначала два в сторону, а потом один вниз. Но тогда это будет слишком большая разница. Это будет что-то типа 22,5 градуса, если вот здесь заканчивается. Тут пирамид закончится где-то там. Так, можно попробовать сделать более ступенчато. Ацтеки там любили ступенчатое делать. Более ступенчато. Что мы можем сделать более ступенчато? Можно более ступенчато сделать вот по три. Слабо вниз шаг, а площадочки по 2 в ширину. Но я даже не уверен, как это правильно реализовывать. И, кстати говоря, да, что будет внутри вот этой пустоты? У нас будет эта вот площадочка, она будет либо снаружи, либо внутри.
Если она будет снаружи, то тут минимум надо сделать какое-то освещение. Если внутри, то надо понять, что делать в таком вот в такой площадке, у которой диагональная крыша, причем прямую крышу-то сделать нельзя. Можно ничего не делать, конечно, просто расположить там что-нибудь такое, свечку поставить и больше ничего не делать. Но это не совсем то, что я хочу, я думаю. Я так полагаю. Скелет в полном, да? В полном железном. Да еще и заколдованном. Я, честно говоря, хотел бы с него это снять. Там, вероятно, что-то полезное. Тут крипер просто мешается. Так, ну-ка. Поделись. Ну, скелетов сейчас мы замочим как-нибудь. Ну-ка. Делись шматьем. Почему у меня пауки не рентрятся? Что это такое? Блин, с него ничего не выпало. Вот жадина. Снимайся, блок. Как мы будем делать с шагом 2? Можно с другой стороны попробовать это сделать. Так. Типа вот такого, да? Ну да. А, не подобрал. Я думал, будет невозможно с такими лагами подобрать. Так, и давайте сделаем. Так. Можно попробовать здесь реализовать что-то иное. Что можно сделать? Можно сделать площадочки по 2, да? Как-нибудь тут типа площадочка 2 на 2. Она имеет края 3 высотой. Дальше от этого места мы строим еще одну площадочку. Она будет тоже 2 шириной. Да. И 3 высоту. Ой, здоровья мало. Деревня привлекает зомби. Причем зомби видят деревню за 60, кажется, блоков. Или что-то в таком духе. Разумеется, от того, что внутри у меня деревня, теперь вот к этой пирамиде будут сбегаться все зомби. Не скажу, что мне очень нужно золотое шматье с него. Мне почему-то все равно интересно выбить что-нибудь. Не, ничего нет. С товарищами мне не интересно. Они
По-моему, даже сами мной не интересуются. Не интересуются ни они мной, ни я ими. Никакой взаимности. Или как раз взаимно. Так. Дальше снова площадочка 2 шириной. По-моему, здесь немножечко лишнего, да? Немножечко лишнего. Это раз, два. Что-нибудь лишнее-то? А, да, вот это лишнее. Не-не-не. Нет, что-то не то. Вот это лишнее. Нет. Да. Так. И вот это вот. Так. Площадочка 2 шириной. Что это такое? Вот иногда получается поставить слаб, так как... Да что ты будешь делать? Так как невозможно поставить, по идее. Так. Высота стенки 3. Так. И очевидно, дальше у нас снова площадочка высотой 3. И у меня не хватит слабов, видимо. Поэтому мы сделаем что-нибудь вот такое. Так. Чтобы хотя бы было видно, как это выглядит. Ну и вот эти края будут до земли. То есть у нас здесь будет внизу снова площадка 2. Наружу будет здесь высота 2 блока, никто не запрыгнет. Выглядеть будет, видимо, более симметрично. Ай. Да, здесь нельзя будет запрыгнуть, это очень хорошо. При этом можно будет спуститься без повреждений. Давайте посмотрим издали, как это все. Хм. Значит, у нас выбор между пирамидой более ровной справа, пирамиды ступенчатой слева. Вообще, ступенчатая, по-моему, больше напоминает то, что нужно. Это все, вот, несмотря на то, что я сделал ее немножко вовне, вот эту штуку, но все равно выглядит, как будто впалая какая-то. Ну, то есть, такое ощущение, что... как у них там получалось? Есть еще одна разница между этой и той стороной. Это пирамида квадратная, а это восьмиугольная. Здесь просто из-за маленького размера получается, что... Да, вот это заполнение, он немножко неправильный. Давайте попробуем поправить. Мне в любом случае надо будет кучу слабов. Ну-ка я сделаю и... Сударь милостливый, как вы сюда залезли? Нехорошо. Они ведь могли кого-то покусать тут. А, нет, не могли, они не влезут сюда. Но все равно непонятно, как они туда залезли. Они же не могут прыгать на 2 блока. Так, больше слабов, больше слабов. Я почти уверен, что мне в отделке понадобится куча, я поэтому делаю заранее много. Да, это обычно как раз те самые слова, которые говорит каждый, и потом оказывается ситуации, когда все сундуки забиты там, дверями каким-нибудь, из-за этого наступают большие проблемы с инвентарем.
Так, речь идет о том, что пирамида должна иметь квадратную форму, поэтому правильное заполнение боковинки вот такое. Вот. Так. Мне нужно залезть, например, вот на это дерево. О, получилось. Так. Между нас выбор между вот этим и вот тем. Опять же, правый вариант выглядит каким-то впалым. Обычно, вообще лестница в оригинале, кстати, выступает из пирамиды. То есть пирамида, она меньше, чем лестница. Ах ты, это же я же здесь блок оставил. Снятый. Это я виноват. Но мне почему-то нравится больше вот левый вариант. Я даже... Ну, левый он смотрится немножко более таким громоздким и широким. Так, в чем у нас еще разница получается? В левом варианте некоторое дополнительное пространство под этой штукой. Правом пространство снаружи. Я не уверен, что он нужно, потому что находиться там все равно толком нельзя. Правую часть, чтобы осветить, нужно просто поставить свечечек, наверное. Ну, в общем, осветить нижнюю часть. Здесь вот немножко сложнее, потому что если нижняя часть, она будет целым блоком, а это как раз вот эти вот вещи, да? Здесь вот блок целый. То здесь нужно освещение. Вот здесь тоже нужно. На следующем уровне нет. Потому что здесь половинка явно. На этом уровне снова нужно. И здесь нельзя никак ничего сгладить. Вообще не надо, наверное, сглаживать. Еще оригинальные пирамидки состоят немного не из булыжника, там некий кирпич. Я вообще не уверен тоже, как ставить. Может быть, булыжник будет лучше. Не булыжник, а именно кирпич, вот каменный. Ну, можно сначала с булыжника построить, там будет видно. На самом деле, кирпич очень легко получить его, надо просто спечь булыжник и сложить камни по 4. Я думаю, что лестница должна быть из булыжника, границы, видимо, из кирпича. И вот эта штука тоже из кирпича. Я сделаю, видимо, левый вариант. Просто потому, что он выглядит более правильно, что ли, со всем этим делом. Справа что-то непонятное. Несмотря на то, что мне изначально хотелось, чтобы... На вот этой вот площадке, на которой пирамида стоит, было какое-то свободное пространство. Судя по всему, оно как-то не нужно. И здесь вот эти ступеньки большие очень хорошо вписываются в конструкцию. Нам нужно поставить свечки. Как минимум вот здесь. Сейчас будет спавниться всякая нечисть. И мешать. Вот так, я думаю, основная пирамида будет из булыжника. Нет, из кирпича все-таки. Ну, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Всегда можно перестроить. Так, зомби в кожаном. Ну-ка, иди сюда. Посмотрим, как пойдет. Центр 8 на 8, это хорошо.
Кроме того, в вот этих вот явно боковых штуках нужно будет сделать какую-то дырку внутрь. То есть у меня же деревня, я собираюсь деревню хранить, держать внутри. Я полагаю, здесь можно будет блок снять какой-нибудь угловой. Как раз он попадает в центр, не? Попадает в центр вот этой вот. Непонятно. Я полагаю, вот этот выступ, он 9 на 9, и как раз его центральный блок, он здесь вот находится. Ну, давайте посчитаем просто. Так, так. Тут раз, два, три, четыре, пять. Так. И тут у нас там раз, два, три, четыре, пять. Так. Так. Да, это вот в этом центре можно поставить там какую-нибудь железную решеточку, чтобы оно не выглядело прям как дырка. Ну, кстати, если там освещение поставить, такое ощущение, что можно осветить тут все, ну, вот верхнюю, по крайней мере, площадочку, да? С нижней немного сложнее. Не вполне ясно, как освещать. О, какие вот тут все интересные. О, деревенский зомби в золотом. Интересно. Что-то ничем не делится. Сегодня. Снизу не совсем понятно. Тут траву бы оставить. И, кстати, травы будет мало на вот этой площадке. Это немного расстраивает. Потому что такая площадочка с травой, она мне нравится. Не совсем ясно. А вот здесь можно было бы что сделать. Тут у нас центр вот здесь. Нужно 7. Тут нужно 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть надо источник интенсивностью 15 под решеткой. Это несколько проблематично. Ставить здесь столбы. Ну вот, я думаю, посомневаюсь между всем этим, и построю что-то. Что-то одно из этого. И будет видно вход. Видимо, будет где-то сверху. Каким-то образом внутрь. Не хочется площадку с травой убирать. Мне нравится очень. Правда, можно сделать ее наверху. То есть можно. И, кстати, хорошо, что трава сейчас наверх заползет мне, она здесь будет нужна. Сверху точно будет площадка с травой. Можно еще. Можно здесь начать, не с самого верху. Тоже. Вот этот вот. Этот квадрат, он здесь никому не нужен. Если мы начнем ниже. То у нас будет немножечко по-другому. Давайте попробуем, что ли, ниже начать. Мне кажется, это будет самый хороший вариант. Изначально я бы, конечно, сделал, чтобы площадка с травой она была как-то здорово больше пирамид, но здесь совершенно нет места. Может быть, не стоит и пробовать, если места нет. Может быть, и стоит. Мне кажется, эти зомби идут за мной, не в деревню. Куда вы идете все?
Так. Начать на блок, на одну ступеньку ниже. Тоже ведь будет впало смотреться, надо посмотреть. Блока, то есть вот так начинается первая площадка. И, кстати, смещается вот этот баланс, что верхняя площадка была целым блоком, вот сейчас верхняя площадка это слаб, поэтому на нем спавниться никто не будет. Следующая площадка у нас, так, эта штука имеет трехблочную границу, ну, границу в три слабой высоты. Дальше у нас площадочка шириной 2, то есть вот так она тоже имеет высоту 3. Так, и дальше, да, дальше у нас получается. Ой, что-то я сделал. Интересно, а почему у меня футбар так заканчивается быстро? Что, куриное мясо настолько неэффективное? Надо морковок взять. Так, здесь должно быть 3, да? 3, 2 блока, 3 высоту. Блок есть. Раз, два, три, четыре. Вот. Да, и дальше последняя ступенька, она тоже 3 высоту. У меня, в принципе, хватит материала сделать ее целиком как надо. Да, по большому счету вот так достаточно. Ой, как все лагает. Ужас какой. Да, получилось интересно, что оно практически вровень. Оно сверху отстает, но снизу догоняет эту лестницу основную. Так. Ну что, жалко, что дождик, и вы все не сгорите. Я хочу посмотреть издали, как это выглядит. Поэтому, пожалуйста, не мешайте. Хорошо, что здесь деревья растут, так удобно. Да, это выглядит лучше, на самом деле, чем то, что справа даже. Тогда у нас верхний слаб, то есть только средний блок нужно осветить. При этом вот это вот окошечко, которое в середине будет потенциально для деревни, оно будет располагаться на другом складе. Да, кто-то хочет сгореть. Ага. Не зайдешь. Так, он будет располагаться. А, он на нижнем будет располагаться, да? Не очень хорошо здесь, потому что неровный блок. Соответственно, тут будет как-то так. Соберем опыт. Но это уже ближе к тому, что хочется, да.
И площадочка при этом остается. Да, очень сложно такие постройки масштабировать. По идее, угол вот этой штуки, он более пологий, чем у лестницы. Хотя в реальных пирамидах все наоборот. У лестницы угол более пологий, чем у вот этой вещи. Но сделать такую лестницу сложно. То есть сделать ступеньки более пологими очень сложно. А использовать одинарные, тут разница, конечно, по углу получается, но получается, по-моему, больше, чем должна бы быть. И если строить более высокую пирамиду, то получится уж слишком выпирающая лестница. Здесь разница в обратную сторону, но она как бы сглаживается тем, что здесь мы начинаем со второй, поэтому небольшой отступ получается. Так. Ну что ж, я думаю, что вот, собственно, все мои такие первичные планы на базу. В комнаты у меня будут, видимо, повторять эту форму внешнюю. И фактически будет на каждом этаже по 4 таких отделения, что ли, 9 на 9. С отдельными каким-то устройствами внутри, то есть с отдельной фермой там. Складик, вероятно, будет отдельно в такой, в таком сегменте. Вот, в целом пирамида влезла. Какие еще опции? Мы можем вот эту границу выставить наружу. Это, наверное, помогло бы, если бы я захотел с самого верху начать пирамиду. Но, опять же, там вот сверху больше всего вопрос возникает, что здесь будет площадка 9, 8 на 8. Две лестницы заканчиваются. И тут какой-то такой квадратный блок 2 на 2. Не совсем ясно, что на нем. Что это такое? Надо будет только придумать освещение для вот этой фигни. И, в общем-то, все. Ну что ж. Я думаю, я построю таки внешнюю облицовку всю. И уже тогда продолжим что-нибудь записывать. Да? Я думаю, да. Не очень вариант. О, отлично. Наступает день. Пора приниматься за работу. Всем пока.